Всем приветик! Так, сегодня хочу быстренько сейчас показать, снять видео, показать, я обещала, что мы везем с собой в Украину, что мы берем какие подарочки, да, кому-то будет это полезно также. Вот, и я это все быстренько так покажу, чтобы видео было не длинным. Так, что мы везем, смотрите. Во-первых, меня мама попросила вот такие, вот, знаете, на швабру вот такие тряпочки, да. Вот, такие тряпочки взяла, потом взяли сыр. Сыр там, правда, есть, но ничего страшного. Сыр, ну, как бы и моим родителям, и Димина, да, так все будет делиться. Такой сыр, потом родителям моим вот такие всякие конфеты. Потом всякую разную колбаску, вот салями, кабаноси набрали, тоже это все будет делиться между родителями. Потом детям. Для детей. Сразу буду, не обращайте внимания на беспорядок, сами понимаете, сборы. Конфетки всякие, вот такие вот эти резиновые, да, дети очень любят. Мы набрали всяких разных, вот целую кучу вот таких. Конфет тоже будем делить между детьми, между всеми, у нас там много детей, и мои племянники, и сестра, и у Димы племянники, даже не племянники, а не внуки уже ему считаются. В общем, так, дальше вот такое кофе также берем, меня мама всегда заказывает, очень вкусный кофе, тоже и Диминой маме, и моим родителям. Так, все, дальше. Сейчас буду переключаться, да, потому что буду снимать в других комнатах также. Так, детям также, Дима своим... Там, как они, внуки тебе, да? Внукам. Вот такую дорогу. Ну, а как же, дети всегда приезжают, знаете, смотрят, да? Машинку вот такую на дистанционном пульту управления. Потом я своей сестричке двоюродной такую Барби. Мама, это мои сестрички. Тебе она тетя, а не сестричка. И моему племяннику вот такой самолет. Так, ну, а тут там Димина племянница, это здесь. Так, продолжаем. Не пугайтесь. У меня тут вообще, это у меня комната здесь бюро и гостевая. И я не знаю, влезет нас все это или нет, но мы упаковали столько, я не знаю, будем как-то в машину пихать. В общем, показываю, что мы везем. Этот чемодан уже наполнен вещами, которые Дима отобрал, которые он не носит. Это все пойдет моему там брату, папе. В общем, все в Украину. Здесь... Те, которые я отобрала, которые мне уже, я которые не ношу, тоже там есть кому носить. У меня и невестка там, и брата жена, и двоюродная сестра. В общем, всем все это пойдет. Потом Дима купил папе вот такие инструменты. Я не знаю, как это называется. Ну, в общем, все, да, по мужским работам. Вот такой. Потом это всякие насадки для шлифовать. Потом вот такой тоже лобзик. Это знаю, что лобзик. Лобзику вот такие пилочки. Ну, в общем, всякое, да, и всякие насадки там дальше идут. Это по инструментам. Дальше мамы наши заказывают у нас всегда вот такую, что мы привозили Нивею Зофт. Взяли и моей маме, и Диминой маме. Потом Димина мама всегда просит привозить. Мы тоже набираем целую кучу. Вот такая Blendodent. Этот, как клей такой, да. Потом дальше, это тут подарочки, понятно, одежка всякая, там тоже я купила племяннику и двоюродной сестре. Так, дальше, это то, что нам там Андрей передавал маме, в общем, там шторы всякие также. В общем, все в Украину пойдет. Здесь потом моему племяннику маленькому, у меня маленький племянник родился, я недавно рассказывала, маленькие вещи тоже, тоже ему. Здесь... у нас здесь. Здесь тоже какие-то костюмы, в общем, тоже в село все разгребется, кому-то пойдет. Там тоже какие-то вещи. Потом здесь у меня, не буду все распаковывать, также перебрала вещи, не вещи, игрушки перебрала. Милочкины и Машенькины, знаете, для бебиков таких, для малюсеньких, которыми они уже не играются. И это тоже пойдет племяннику. Там машинки всякие такие маленькие. Все пойдет моему племяннику. Также не знаю, влезет это или нет. Вот, показываю. Ковры всякие у нас были, синенькие такие, тоже в село у нас идет моим родителям. Не знаю, влезет, нет, будем как-то пихать. Вот, вот то, что мы везем, да, в основном такие какие-то всегда, что-то перебрали дома, что уже нам не нужно, там всегда пригодится, какие-то коврики и вещи, все-все-все пригодится. В общем, вот это такое, что мы везем. Вроде мы ничего не забыла, если забыла, еще покажу. Вот так вот, а по-быстрому, а еще сейчас покажу на кухне. Так, еще что я везу всегда, это уже обязательно, у меня очень сильно полюбила мама и мой брат
сыр с плесенью, да, я всегда, я уже упаковала, сейчас все размотаю. Они очень любят этот сыр, и я им всегда везу его, потому что у них, ну, дорого очень стоит, да. Сейчас покажу. Вот. В общем, вот я уже упаковала, у меня вот такая получается тара. Вот, я лучше не буду распаковывать, покажу. Вот такой я беру в Лиделе, да, он, ну, верхушка у него покрыта плесенью. И вот такой там, ой, не видно будет, голубенький. Там такой голубенький, где плесень внутри, также это тоже обязаловка всегда, Витя, поздороваешься. Добрый день. Добрый путь. Добрый путь. Все, в общем, собираемся сейчас и будем это все упаковывать и в машину. И также надо свои вещи у нас еще не упаковываться. Будем все упаковывать и ехать. Так что хорошей нам дороги. И, кстати, всем спасибо большое. Все пожелали хорошей дороги. Хорошо доехать. Всем огромное спасибо. Все, всем пока-пока. Пока-пока.